Аноним, 1 евро. Один из двух. Не хочу эту историю писать в чате в Дискорде. В общем, когда малым был, года 4-5 мне было, болел я фимозом. Но это когда крайняя плоть воспаляется и пенис не выходит. И доктор сказал, что нужно делать обрезание. То ли из-за цены, то ли по рекомендации доктора. Аноним, 1 евро, 2 из 2. Мои родители, вместо того, чтобы пойти к хирургу, позвали раввина. Причем на дом. Причем пришел он с паяльником и прямо на обеденном столе забрал мою крайнюю плоть. Так что к гиюру готов. Да, чувак, это, безусловно, правдивая история. Фимоз – это не обязательно, когда воспаляется крайняя плоть. Это просто когда она тугая и хуй не открывается. Это первый момент. Второй момент. Прописывают от него обычно не обрезание, а там всякие там мази и терапию соответствующую. Это второй момент. Третий момент. В иудаизме обрезание делает не раввин, а моэль. Или моэль. Так что соси. Ты был. Так. Какие мази? Уздечку подрезают. А ты в курсе, что при обрезании... даже не всегда удаляется уздечка. Видимо, вы не очень разбираетесь, как это работает. И при фимозе проблема не в самой уздечке, как бы. Опять-таки. Серьезно. Не несите хуй.